Привет, народ. Целый берделяриум у меня тут. Блин, ночью прохладно было. Сейчас я вам покажу медвежью берлогу. Вот медведь. Естественной среде обитания. В четверге, в пятницу он тоже так же будет обитать. Не только в среде. Храпит сурок лежит тут. О, он уже иллюминатор открыл, ему жарко везде. Я тут мерзну. А ему очень жарко. Ай, какая погода на улице. Как уж нам. Волнишка есть. Ну ладно, что мы сейчас? Что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем сейчас все равно. О, чай поспел. Отлично. Сейчас заварим торчка. Да будем просыпаться. Что я, друзья, могу сказать? Весьма неплохо посидеть вот так вот утром. Попить чаю, созерцая пробегающие беляки и баржи. Слыша дикий рев гиббона, который просыпается в своей каюте. Кислород ему начал поступать, он в сознание приходить начал. Солнце ведь уже вставало, петухи нам кричало. Это вот из этой дырки звук идет, ребят. Вот из этой дырки идет звук. Оттуда еще идет запах утреннего медведя. Ты где там, тюлень? Че ты всех обманываешь? Камера запахи не передает. Нет никаких запахов. Тюлень, ты где? Если бы тут были какие-то запахи, хрен бы ты дверь открыл. О-хо-хо-хо. Сейчас я тоже в спячку впаду. Ребят, смотрите, достал воду из холодильника. Не замерзшая, да? Опа, и все, замерзшая стала. Смотрите сейчас. Вот такой эффект проявляется на минералках, на газированной воде. Вода на самом деле минус 10 градусов. Вот все, что осталось-то. Кашица вот такая. Но она теперь уже замерзнет все спокойно. Какие-то изменения происходят при встряхивании резко. Кто знает, что происходит за изменения, почему так происходит, пишите в комментариях. Так, ребята, вот булгур наш вчерашний остался. Мы сейчас туда добавим яиц. И получится у нас офигенное блюдо. Вот, а некоторым приходится добывать себе еду, да. Пропитание по колено в холодной воде. Да-да-да, есть такое. Слушай, ну смотри, как алмазка хорошо справляется со скорлупой. Да, как она ее рубит, да, бля? Рубит прямо. Аж яйца в разные стороны летят только. Для этого блюда нужна специальная соль. Розовая? Розовая. Только розовая соль. Только розовая соль? Только розовая соль дает именно такой насыщенный вкус. Слушай, домой приеду, гуашью покрашу. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грил». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Да ну нафиг эту соль. Я тебе передумал, я соль. На обычной посоле. Мне сейчас уже яичница сготовится, пока я солю все это. Так, а у нас тем временем приготовился наш яичный балагур. Булугур. Булугур. Балагур это ты. Вот, балагур. Эх, жрать будем. Вот это тарелка. Вот это я понимаю. Пределы своих владений. Нет, чтобы знать, где тырить, с какой стороны можно. Вот. Если что, притырить можно было, чтобы не свое тырить. Приятного всем аппетита. Да.
Прошло до 3 минут, мы победили. Мы победили еду. И дежурный по кухне идет ее мыть. На. Нет, я готовил. Я разогревал. Эх, я так и знал. Иди рыбу прикармливай. Ребят, посмотрите, какая к нам красота приплыла. Какое красочное разнообразие. Ну, народ рыбу с очками ловит уже. Удочками устали. Теперь говорит, нет, все, с очки будут теперь. Итак, народ, проходит сборы, подготовка к подводному копу. Первое. Пляжному копу. Пляжный коп. Мокрому. Пляжный мокрый коп. Это прям вот буквально у нас первый такая вот, первый вылаз. Выплыв. Да, помогут нам в этом вейдерсы от Финтрейл, чтобы можно было долго находиться в воде. Слушай, ну я на Путаранах попробовал, вообще офигенно. Да, Мишаня порыбачил. Да, прям вейдерсах. Заваливаешься в речку, шляешься по ней где хочешь. Ну, где вот, вот, пока вот так вот не подойдет. Вот сколько хватает, столько и где хочешь. Да. Разбор. Оп, все, готов. Кстати, скубом можно уже померить глубину, можно ли здесь выйти? Ну вот на тот бок посмотри, вот с той стороны, по-моему, герб. Ну, Миша, вот. Прямо по кармашек, да? Самая тютелька. А попробуй вот здесь это. Не, я лучше пододвину сейчас лодку еще. Попробуй, ты вот здесь померь, здесь, по-моему, мельче вот здесь было. Мельче, да? Да. Прямо вот в бок в самый мере. Да, мельче. Так, ребятки, у нас еще есть вот такой костюм от Финтрейла. Это штаны и куртка. Но я воспользуюсь в этот раз только курткой. Дождевик. Это на случай дождя я его положу сейчас на борт, дождь пойдет, если то я ее одену. Я ее, наверное, одену сразу, потому что нафиг комары, чтобы меня не жрали. Правильно? Ну, если ты по пояс не собираешься заходить. А я подниму ее сейчас? Тогда да. Кармашек прикольный. Хоп. Гермоотсек. Сюда батарейку, камеру, да, и она вовнутрь. Раз. Все, а вот это будет карман для находок. Находки-то у нас будут ценные. А, здесь утонула целая деревня, ребят. На этом месте. И через это место проходил торговый путь. Дорога на Рыбинск. Кто там говорил, что в наших широтах нужны лодки с открытым корпусом? Сейчас вообще в ней хорошо. Тентик быстро натянул. Вот так всегда, ребят. Только соберешься куда-нибудь на какое-нибудь дело. Да, на мокрое. Да. На мокрое дело собрался, и тут бац, как дождь. Посмотрите, как льет. Все конкретно. Да, теперь еще не то, что давеча. Долгие минуты, часы ожидания. Угу. Когда же все это прекратится? Это всюду писает. Главное, внутри у нас не писает. Когда мы этот катер только взяли, получили новый, тут лилось со всех щелей. А вон там со всех люков. Вон там лужи здесь были. Лужи были. Телевизор был залит, поменяли. Везде лужи, на этих полках лужи были везде. Здесь все текло. Это он просто с Питера до Москвы доехал. Еще воды как не видел. Дуршлаг был, да. А уже все уже было это самое с грибком качественное. С Мишкой едим диетический шоколад. Вот не шучу, ребят, эко-ботаника. Молочный шоколад без добавления сахара, без сахара. Вот фронт выпускает. Вот тема. У них еще горькие с апельсинками, с имбирем. Очень такие, без сахара все. Полезный, короче. Ребят, ну вот аккумуляторы. Литий-фирум полимер. Лифипо. Смотрите, вот этот аккумулятор у нас 80 ампер емкостью. Мы его со вчера вот пользуем. Сейчас у него нагрузка идет 9,7 ампера, 120 ватт. Напряжение 12,4 вольта. И 83 ампера осталось в аккумуляторе из 80. А теперь задумайтесь, на каком свинце такое может быть? И за 2 часа мы его зарядим до 80 ампер обратно.
То есть он снова будет работать сутки еще. Какой аккумулятор может повторить? В принципе, где такие аккумуляторы можно купить? Именно с качественными пусковыми токами и зарядными, не то, что продается на Алиэкспрессе с 1С, а 10-15С зарядки, то есть это в 10-15 раз пусковой ток разрядки будет, допустим, вот наш 80-амперник, он может давать там до 1200 ампер пускового тока. Вот. И заряжается он, в принципе, сколько вот у вас генератор дает, там 100 ампер, 150 ампер, он этим все это забирает сразу. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений, оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Стартовый аккумулятор у нас 20 ампер, там сейчас 18,8, 13,2 вольта, это нормальное напряжение его. Кому интересно, где взять вот такие вот кулометры, ссылочка будет тоже в описании под роликом. Очень полезная вещь, вы всегда знаете, что сколько у вас жрет. Вот смотрите, сейчас фары выключу, вот расход ампер, да, сколько ампер в час расходуется сейчас. Выключаю фары галогеновые. Оп. Потребление холодильника у нас. Холодильник сейчас, в принципе, в основном работает. 3,6 ампера. Холодильник, но еще какие-то потребители есть. А, музыка еще работает. И что-то перекрывается солнечными батареями. Солнечные батареи в дождь у нас дают 13 вольт, 2,2 ампера дают в такую погоду. Вот сейчас мы, буквально полчаса назад, было до 6 ампер зарядки давали батареи. Батареи у нас съемные такие, они в чемоданчик такой складываются. В принципе, тоже на Алишке покупали, могу дать тоже координаты, где брали достаточно такие интересные батарейки. Вот они на крыше лежат у нас здесь. Ну, по крайней мере, работу холодильника там они перекрывают. А холодильник жрет у нас 3 ампера где-то, а они дают, 3 ампера дают вот в пасмурный день. То есть уже разряда не происходит. Вот такая вот, ребятки, красота. Полезно очень всегда знать. Чего, сколько и куда убегает. Да, Мишаня? Спокойнее себя чувствуем теперь. Да, увереннее. Увереннее, да. Ребят, ссылочка в описании, где можно взять, купить такой аккумулятор. Они есть в водозащищенном исполнении. 5-амперные, 10-амперные, вроде 20, 40 и 80-амперные. Вот. Как бы мы вот пользуемся уже третий год у нас, сколько Шерп, наверное, мы все пользуемся ими. Да. Вот сейчас этот первый сезон стали на катере его использовать, просто снимаем с вездехода и ставим на катер, переставляем. Двадцатка пускает спокойно, без суперконденсаторов, без всего, спокойно пускает 4-литровую Ямаху 300-сильную, вообще без проблем. И мухой заряжается от нее. Вот, сиденье снимаем, Феррари. Мазерари. Сиденье фирмы Мазерари. Мишка делает невозможное. Разрабатывает еще один несуществующий сустав на руке, чтобы подлезть к гайке. Мы разобрали, короче. У меня сейчас рука мутирует. Пол корабля, блин. В рифму-то хотелось сказать. Пол корабля, блин. Разобрали мы. Мишке саморез, он в руку чуть-чуть втыкается. Ему некомфортно становится. Я его убрал. Ребят, идет зарядка аккумулятора. Генератор педалага молотит, как сумасшедший. Так, Мишанька, я пошел в открытое... Водное пространство, ну что, удачи вам. Да. Давай сюда, вот ближе, да. Пава, есть дно! Пава, есть дно! Да. Шмакли тут немало. Ха-ха! Мишка, я кроссовок нашел. Так, а у меня тем временем есть время пообедать вкусным булавом. О, ребят, первая добыча. Кованый гвоздь.
Вру. Два гвоздя. Стекла, блин. О, еще находка, ребят. Стол находок пойдет. Главное, что я ее нашел. О, гвоздь какой. Зараза. Язычок. Корабль целый. Ох, и волна от корабля идет. Судя по количеству проведенного времени, что-то там все-таки нарыл. Ну что, ребята, у меня первая находочка. А вот такой вот маленький крестик. Сейчас помою. Посмотрю, нет ли здесь чего-то еще. Кованые гвоздики. Так, очень хорошее место. Сейчас сполосну, ребят, и покажу вам. Медный крестик. Вот такой вот. Старый, видно, что. Отлично. Отлично. Не зря я тут, значит, тренируюсь. Цепочку не видит. Вон якорную цепь видит. Да ты, походу, лодку нашел. Да, подкопал. Теперь у нас лодка будет. Блин, куда гвозди-то складывать эти, а? Самому бы потом не напороться. Копаем, роем. Все условия созданы, только борись. Вот она, кубышка. Вот она. Звезда по имени Солнце. Чей-то якорь был, ребят. Оторвался, видать. Ах, как здорово копать на песчаных берегах. А в шмакле не здорово. Находки есть. Интересно, вот не нашел ничего. Да, сейчас я тебе так и сказал. Выходи, покажу. Да? Вездеходов должно быть много и разных. Предлагаю вашему вниманию вездеход «Лесник М-Север». Простой, недорогой и надежный вездеход для тех, кому не надо выполнять сверхзадачи. При покупке приятный бонус по коду GERASIMSHARE. Подробный обзор вездехода в описании. Надо на шмаклю дискриминатор поставить. Ну, показать тебе? Давай. Давай я тебе выгружу. Находки? Да. Смеешься, блин. Ох, нифига себе. Нифига себе ты нашел. Магнитом надо походить. Да, магнитом. Прям под деревьями вот здесь на мысу. Там дофига этих кованых гвоздей. Там можно магнитом их насобирать. Натаскать. А? Магнитом можно будет их натаскать там. Да. Пуля с травматом. За ценными полезешь. За ценными полезешь? Да. Еще ценные были? Приятно. Да. Ух! Ха! Красавец. Малюська какой, на. Да. Забирай. Да. Интересно. Смотрите, ребят, что нашел.
То ли гирька, то ли замочек. Скорее всего, замочек вот такой маленький был. Прикольно. Лазил по самой, не балуйки. А не балуйки сухие. Все самые ценные находки всегда в ботинках. А на обед у нас борщ и компот. Фу, ребята, я вам скажу, копать на воде это культуристом надо быть. У меня рука уже. Я скоро в армрестлинге буду просто всех лупить. Подняли мы мути. Ну, так и было задумано. Мы на рыбалку вышли, ловим ужин. Туда-сюда болтаемся. Я смотрю на группу матросов в оранжевых спасательных жилетах. Купальников. У них серьезная двухмачтовая яхта. Итак, ребятки, мы подошли вплотную к точкам, где уже ловили судаков неоднократно. И сейчас у Мишани будет поклевка мощная. Мишаня, ты готов? Да, я уже на низком старте. Смотри, упустишь ужин, останемся без ужина. Появляются какие-то признаки рыб. Вот здесь, вот на эхолоте. Что-то у дна стоит. Пойдем поближе. Свалу. Вот это все точки, где мы ловили судаков. То есть сейчас самые судаковые места начинаются. Я думаю, на ужин мы себе что-нибудь поймаем. Как ты думаешь, Михаил Юрьевич, ужин нам клюнет? Не знаю, часа через два тебе скажу. Так, ребят, ну что, мы ходим, ловим. Ничего нету на всех местах, где, в принципе, отлавливались раньше. Непонятно, то ли судак ушел ближе к берегу, потому что вода еще 21 градус. Ну и малька тоже нету, вот этих облаков из мальков нету тоже. Частота, какие-то одиночки рыбы попадаются. Редко-редко. Вот эти вот пилип-пилип, это рыбы. Ну вот, ребят, гряда каменистая, вот боковым радаром видно, сонаром. Здесь вот, вот каменные, посмотрите, какие эти грядки. То есть это вот светим в бок, как будто фонариком светим. Это тень. Что-то вот здесь лежит, бревно какое-то, либо топляк. Сейчас мы увеличим, посмотрим. Вот видите, топляки лежат на дне. Ну вот камни все. Хотя вот тут рыба есть. Да не хочет есть, сейчас будем на магнит ловить. Пойдем вон там лазить где-то, затопленная деревня была. Прямо на дне, по берегу будем фигарить, магнитом таскать будем магнит. Тоже интересная рыбалка. Эх, хорошо сегодня. Погодка, да, погодка налаживается, скоро уже можно будет купаться. Ну что, смотрите, Мишаня наловил гвоздей сколько кованых. Давай, сейчас будем ловить. Давай. А его чуть-чуть, по чуть-чуть несет? Да, прям берешь. Давай, Мишаня, рыбачить будем. Слушай, ну судя по количеству гвоздей здесь можно. Здесь, да, здесь, а там он сколько. Здесь и с металликом можно покопаться. Здесь небольшая глубина, ты смотри, вот. Ну да. О, да. Вся глубина. Ну-ка, что там? Есть. Что-то прилипло. Пуля, убившая Наполеона. Точно.
Но хорошая жесткая есть. Да. О, гвоздь. О, прикольно. Квадратный. Да. Гвоздик поймали. Порожняк. Хвастайся. Блин, гвозди-то разбегутся так. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Блин, как бы нам тут теперь не выпороться. Не, ну вот сейчас сюда вот чуть-чуть уходишь, и там яма сразу. Я сейчас на маленьком пойду. Ну я все, пойду это, на ночевку. Итак, сейчас будет исполнен концерт по заявкам. Заслуженный нанайский артист, нанаец, Нганасан, Михаил Аглы Юбр Ильиношну. Прошу вас, прошу, хлопаем, господа. Спасибо вам, Герасим Васильевич. Просто Герасим Васильевич, да. Абдуибн Аглы. Тихо, так, семейный канал, не материтесь, пожалуйста. Так. Сейчас мы сыграем... А то не матерного, только Аглы. Сейчас мы сыграем отбой. Все. Как все? Все, отбой. Мы вам хлопали, блин, 2 минуты, а вы тут нам что, 20 так секунд? Так это, понимаешь, почему долго играть? Не-не-не-не-не-не-не. Они найти не могут, а я, понимаешь, уже нашел. Давай что-нибудь нам это самое. Ребят, ну что он филонит-то? Без души как-то. Давай я буду играть, а ты просто подсмотришь. Ребят, как вообще можно играть радостную мелодию с тоской в глазах? Ты вот что в глазах, то есть играй нам. То есть это в детском саду скоро будет Новый год. Примерно вот это вот в глазах у тебя читается. Это просто, ну, сидишь, не поймали ничего не докопали толком, только гвоздей нарыли, и все, аж поэтому музыка такая. Каких зато гвоздей? Ну, каких, вот таких вот. О. Нет бы прямых. Загугульчатые гвозди-то были. Ой, какой у меня, ребят, булгурчик тут готовится. Ой, просто... Просто заглядение с опупением просто. Ну, не знаю. Все булгурщики мира мне завидуют просто. Если кто не понял, это олени бегущие. Это самое. Давай, по крайнему мере. Давай, ты ленивый медленно олень. Давай быстрее. Почему это? Давай. Тихо, у меня так рога отвалятся. Так быстро не играй. Закончишь оленя, елки-палки. Я не понял, я играю, олени не прыгают. Все, сдох он. Кормить же надо между проигрышами. Ну, поешь булгура, как раз он подготовился. Сейчас булгурчика, да. Хлопну. Ай да, все, концерт. Хлопаем, господа. Концерт по заявкам окончен. Не забываем оленю похлопать тоже. Он старался. Да, олень старался, чуть не сдох, елки-палки. Народ, будем ложиться, бабасик.
Да, все, будем отдыхать. Ну вот, сегодня такой у нас был день. Мы больше отдыхаем, больше решаем какие-то технические моменты. Рыба не ловится, гвозди не клюют. Завтра Мишка обещал пойти наловить гвоздей. Прям вот взять магнит и пойти поснимать это. Натыкать. Натыкать, да. Там раздумать. Помелим, походить нет, в вейдерах. Нет, там будет и с, хорошо. Там и с металликом хорошо походить. Вот. Потому что где были а гвозди... я еще по шароху и с металликом. Так что вот так вот, ребят. Будет на завтра веселуха. Все. Всем пока. Всем спокойной ночи, народ.